Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня хочу вам показать новый сорт, который впервые цветет в моей коллекции. Сорт называется CM Радость простых мелодий. Это химера. Мне пасынок присылала Ира с канала Путь цветущей фиалки. Значит, когда у меня в коллекции зацветает новый сорт, первое, что я делаю, это ищу описание сорта в интернете. Вот давайте вместе с вами почитаем описание. Значит, CM – радость простых мелодий. Это химера с крупными однорядными цветками фиалковой формы. Ну, анютки в смысле. С четкими белыми лучами по лепесткам. Лепестки кораллово-розовые. И по лепесткам еще идет фэнтези синие. Сортовая окраска хорошо держится, легко передается. Также этот сорт часто цветет. Одно цветение сменяется другим. Так описано в интернете, так описывается этот сорт. Значит, давайте смотреть, что у меня тут расцвело. Некоторые цветы у меня расцвели, в принципе, согласно описанию сорта. Четкая белая полоса по лепесткам. Лепесточки действительно кораллово-розовые. И фэнтези тоже присутствует синие. Некоторые цветочки, вот этот, расцвел у меня без белой полосы. То есть это уже не химерный цветок. Вот здесь полоса есть, но она не белая. Здесь вот тоже вроде бы как химерная с белой полосой, ну то есть по сорту. Здесь что-то такое непонятное. В общем-то, эта химера нечистая, я бы так сказала. Я уверена, что еще 2-3 цветения, и абсолютно все цветы станут вот такими. Да, они красивые, яркие, но не химерные. Что делать в таком случае? Ну, можно укоренить цветонос, вот выбрать сортовой цветок и с него укоренить цветонос. Вот. Но я что-то думаю, что здесь вряд ли это получится, потому что, смотрите, вот цветонос, да, на этом цветоносе три цветочка, вот они. И вот эти три цветочка, они не все цветут сортовыми цветами, да, а прилистники у нас одни, поэтому не факт. Не то, что даже не факт, а нет смысла укоренять цветонос. Цветы могут появиться и вот такие, и вот такие, и вот такие. То есть химера все равно будет нечистая. Вот. Что вот делать? Ну, пасынки есть. Три крупных пасынка я наращивала на этой розеточке. Их, в принципе, можно укоренить. Все-таки посмотреть. Вот, возможно, вот этот вот пасынок, вот он под вот этим цветоносом, в последующем все-таки повторит химерное цветение. А возможно и нет. Чтобы не заморачиваться, вообще есть коллекционеры, которые не заморачиваются. Берешь, выбрасываешь, и если сорт нравится, CM Радость простых мелодий, покупаешь где-то более чистую линию. Приобретаешь. Вот так. Что я буду делать? Честно говоря, даже не знаю. Вот, наверное, все-таки место у меня позволяет. Попробую укоренить вот три пасыночка. Вот этих отделить. Вот. Довести их до цветения. Благо, это не стандарт, это миниатюра, ну, полуминиатюра. Зацветет через 5-6 месяцев, ну, то есть к весне. И там уже буду решать, что делать дальше. Если по сорту процветет, то предложу кому-нибудь как химеру CM Радость простых мелодий. Если не по сорту, то подарю кому-нибудь или же продам по более дешевой цене. Вот так бывает с нашими фиалками, особенно с химерами. Если вы приобретаете химеры, нравятся вам химеры, вы хотите в своей коллекции иметь чистые химеры, покупайте лучше уже процветшие. Да, цена будет дороже, но зато у вас будет сорт.